Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня мне нужно отправить эту прекрасную орхидейку новой хозяйке. Она в очень хорошем состоянии. Посмотрите, корневая у нее чудесная. Шейка замечательная. Посмотрите. Новых растущих листиков нет, но это можно дождаться. Цвет у нее изумительный. Девочка сильно попросила переслать ей эту орхидею. Сейчас я буду ее упаковывать и покажу вам, как я упакую, чтобы не повредить ни одного лебесточка на этом прекрасном растении. Так, приступим. Берем орхидейку, берем вот этот стаканчик обратно. Вот, видите, упаковали. Теперь что я буду делать? Я беру ее родную упаковочную фольгу, или как она называется, и положу орхидейку сюда, чтобы она не поломалась. Это надо делать аккуратно, так как я резким движением. Немножко она мне запуталась. Сейчас поправлю. Все. Один лебесточек поломался. Ну ничего. Теперь я беру резиночку. Резиночка нам нужна для того, чтобы земля не высыпалась. Можно, конечно, скотчем обмотать. Но можно просто надеть резиночку. Ой, лопнула. Сейчас мы возьмем другую, ничего страшного. Так, берем другую резиночку и начинаем аккуратненько надевать. Я взяла плотную резиночку, поэтому она у меня лопнула. Есть широкие, большие резиночки, это маленькая. Вот. Видите, она как плотно сжала кольцо с листиками у основания, где земля может выпасть. Не земля, а этот грунт для посадки орхидей. Здесь я ничего упаковывать не буду, там ничего не выпадет. Дырочки маленькие, земля нигде не выпадает. Грунт. Так, следующее. Теперь нам нужно ее утеплить. Так как уже прохладно ночами, надо утеплить. В строительном магазине я взяла вот такой вот утеплитель. Ну, это, наверное, подложка под ламинат. Я так думаю. И теперь будем утеплять. Положим нашу орхидейку лежа и начинаю ее упаковывать. Сейчас я вам опущу, покажу, как я упаковываю. Для упаковки понадобится скотч, ножницы и сама упаковочная подложка. Вот так мы ее раз. И очень быстро. Упаковали. Теперь нижнюю часть складываем пополам и упаковываем. В этом утеплителе ей будет хорошо. Так, мы упаковываем дом. И у нее там получается... Сохраняется тепло. Все. Вот такая куколка упакована, готова к переезду. Смотрите, здесь хорошо упаковали, здесь хорошо. Теперь берем коробку. Коробка, конечно же, с новой почтой. И просто опускаем. Коробку сейчас покажу. И подвинуть. Я ее на пол поставила, потому что неудобно. Опускаем орхидейку в коробку. Она плотно опускается. И она будет держаться, никуда не денется. Не надо ничего придумывать. Все. Запечатываем и обматываем скотч.
И орхидейку как хочешь. Ложи, ничего и не будет. Ну, не как хочешь, все равно надо аккуратненько. Орхидейка упакована, можно отправлять в таком состоянии. Потом на новой почте вяжут маркировку, и орхидейка едет к своему получателю. Все, спасибо всем за внимание. Сегодня была упаковка орхидеи для отправки в другой город. Всем удачи, всем пока!